А перед началом этого ролика я вам советую подписаться на канал Демича. Он мечтает набрать 4000 подписчиков. А также он играет в разные игры и снимает летсплей. К тому же он глобал в CSGO. Это просто вау. Ссылка на его канал есть в описании, вы можете его поддержать. Всем привет, меня зовут Шок, и сегодня я снимаю видео про обновление в CSGO, в котором было добавлено мало чего важного и нового, но все же это принесло некий ажиотаж среди комьюнити CSGO. Хотя это было вполне ожидаемо, что такое произойдет. Давайте пока рассмотрим то, что было добавлено в обновление. На картах Dust 2, Cobblestone, Overpass и Train были исправлены места, где могла бы застрять бомба, а также были изменены звуки на этих картах. Была оптимизирована текстура воды на картах Inferno, Nuke и Aztec, а также было ускорено нанесение граффити. На этом заканчиваются такие вот обновления маловажные, и начинается слишком интересная штука. Эта интересная штука заключается в том, что был изменен map pool, где был убран Dust 2 и добавлен Inferno. Что же это значит? Значит это то, что Dust 2 не будут играть на профессиональных турнирах, но обычные игроки будут продолжать играть на ней и получать новые звания. Так что вы можете не волноваться, то что вы попрощаетесь с Dust'ом. Часто видел такие вот комментарии, что меня очень бесит. Ребята, хотел бы сказать то, что это вас никак не касается, это касается только профессиональных игроков. То есть вы будете продолжать играть на этой карте, но вот и про игроки от нее откажутся. Почему же это сделали? Сделали это только из-за того, что Dust 2 слишком дисбалансная карта, на которой преобладают КТшники. Это было очередной раз доказано на мажор-турнире. К слову, самое маленькое количество отыгровок на мажоре было именно на Дасте, всего 5 раз из 52. Это минимальное количество отыгровок, это ужасно. Давайте поговорим о будущем Dust 2. Я считаю то, что можно судить по карте Inferno, которую брали в прошлом году из мапула. И вскоре, через 3 месяца ее обновили. Обновили проходы новые, добавили новые текстуры и так далее. Это все длилось 3 месяца, поэтому такая же ситуация может произойти именно с Dust'ом. Я считаю то, что карта популярна, поэтому может быть сроки уменьшатся, и это будет намного быстрее, чем до лета. Я считаю то, что это возможно и в мае, и в апреле. Все это в руках у Valve. Я делаю вывод того, что Valve занимаются CSGO, в этом году уже вышло 2 обновления, и кажется, слова Гейба были правдивые. Он говорил в интервью то, что в CSGO будут уходить обновления каждые 2 недели, пока что все сбывается. И ребят, если мы на этом ролике наберем 500 лайков за 3 часа, то я выпускаю новый ролик, я вам обещаю, то есть я выпускаю сегодняшний ролик еще раз. 2 ролика за день, это просто пипец. Но я постараюсь это сделать, если вы наберете 500 лайков на этом ролике за 3 часа. Я вам обещаю то, что я это сделаю. Так что все в ваших руках. И самое главное, make CSGO great again. Всем пока.